кальяна рынка. Рабочий трамвайно-троллейбусного депо Сергей Рында пристрастился к курению кальяна. Сидит на балконе своей пятиэтажки, обращенном к футбольному полю соседней школы, смотрит на перебежки пацанов и пускает клубы импортного дыма. Яблочного, мятного, вишневого. Вчера пришел в скандинавский банк, активно оперирующий в его родной стране, и сказал клерку, с которым встречался по поводу кредита на машину: «А вот в исламском банкирском деле не существует такого понятия, как суда, лизинг или проценты». Клерк посмотрел на него скучно, как очередная анкета, взглядом. Теперь машина Сергея стоит в каком-то загоне на окраине, где рядами пылятся еще сотни отобранных, вырванных с баранкой из чужих рук автомашин. А Сергей по-прежнему курит кальян и только хитро улыбается, когда соседние мужики со своих балконов дразнят его Мустафой. Работа в депо заметно убавилась, времени – вагон и маленькая тележка. А табак в посылках с сухофруктами ему присылает его приятель, 5 лет назад переселившийся в Израиль водитель трамвая 6-го маршрута Борька Вайнштейн. В ответных посылках Сергей шлет ему странички юмора, вырезанные из местных российских газет. Сергей запивает дым яблочным чаем из стеклянного стаканчика. Созревшие каштаны машут зелеными мошонками на соседнем дереве. Внизу проходит мама с детьми. Приближается вечер. Север. Сижу и спокойно ем водку в одном заведении на севере города. У меня полный карман зажигалок. Могу, что хочу, поджечь или погреть руку. Вот и ты садись, красивое бледное племя. Располагайся на теплом пятачке судьбы. Никаких звонков в другие мобильные сети. Это единственное правило нашей среды. И она села, и всю дорогу молчала. Всю дорогу от 6 вечера к 11. А потом я встал и поблагодарил за вечер. За время, пространство, движение. Джо Дассен входил в каждый дом, танцевал с каждой домохозяйкой, объяснял каждому уставшему мужчине, что еще будут золотые времена там, на Елисейских полях. Он одевал белые штаны и белые туфли, распахнутую на груди рубаху, выходил из дома рано утром и не возвращался до самой глубокой ночи, а иногда пропадал по несколько суток. Он пел и пел и пел, медленно опуская все на свои места. Все, что готово было обрушиться и уже накренилось. Он оборачивал бьющиеся вещи вроде женских сердец в мягкие шарфы и косынки и постоянно протирал пыль на всех проигрывателях планеты. В перерывах коротких, слишком коротких, он улетал на лазурный берег и забегал в море в леопардовых плавках. А потом наскоро вытирался, докуривал сигарету и быстрым шагом направлялся к личному самолету, уже повторяя, проминая губами первые строчки, которые становились мякотью всепрощения. А люди включали проигрыватели, телевизоры, радиоприемники, и везде он был нужен, и даже его смерть никто не принял всерьез. «Пой», — говорили ему, «пой». И он, медленный, курчавый, с бакенбардами, приближался, даже из небытия, и упрашивал, «положи свое сердце на место, не разбивай его».